что такое здоровье? Здоровье – это когда человек очень хорошо себя чувствует. Это когда все хорошие и здоровые. Человек занимается спортом. Это что, кто когда не болеет. Закаляется, чтобы не болеть. Человек бегает на дорожке. Чувствует себя хорошо. И не чихать. Что значит быть здоровым? Бодрым. Умелым. Умным. Сильным. Не болеть ангиной. Когда икаешь, то угна лучше. Здоровым. Спортом заниматься надо. Прыгать. В гимнастику ходить. Это когда не кашляешь. Да. Что нужно делать, чтобы не заболеть? Закаляние. Не ходить по лузам. Одевать хорошо. Плохую в сапку, не в сапку, не в ботинки. И резиновые штаны. Делать зарядку. Пить чай. Силы нужно иметь. Кушать много полезного. Кашу есть. Умываться. Делать полезные дела. Поставить лук по всему дому, чтобы им дышать. И шашлык. А еще нельзя есть сосульки. Как понять, что ты заболел? Что ты кашляешь, у тебя сопли текут, и у тебя температура очень горячая. Когда голова болит, когда нога болит. И насморк. Взять градусник и померить. Если плохо все, то нужно много одеял поставить и теплый чай с лимоном, витаминками. Как быстро вылечиться? Ноги в тазик теплым. На спинку положить такие баночки. Я ем яблоко с супом. Лук. Редиска. Яблоко. Не салат. Арбузы есть. Арбуз только на море едят. Кушай таблетки. Вышкать комнату с вышкалкой. Из карминки. Мед, он полезный и вкусный. И носик нужно лечить. Пить сок. Кушать витамины. Кушать пить сироп. Вроде как с ложечки пить. И уколы. Уколы, я боюсь. По одеялу мультики смотреть.